В Молдавии завершились досрочные парламентские выборы. Данные экзит-полов прочат победу правящей либерально-демократической коалиции из трех партий. Их результат от 56 до 64% голосов. Коммунисты, правившие страной с 2001 по 2009 год, по данным экзит-полов, получают от 26 до 37% голосов. Они уже заявили, что не верят в проигрыш и будут дожидаться оглашения официальных результатов. Если правящая коалиция одержит победу, это позволит ей не только сформировать правительство без участия коммунистов, но и избрать президента. Для этого нужны 51 и 61 голос в парламенте соответственно.